доброго вам здоровья, здравствуйте. И снова мы с вами встречаемся и говорим о наших проблемах, решаем эти проблемы, помогаем нашим растениям и надеемся на то, что погода будет способствовать их росту, и нам будет легче, и растениям будет легче. Как известно, все живое состоит из клетки. Практически изначально фундамент всего – клетка. В основе жизнедеятельности растений тоже именно стоит клетка, деление клеток. Эти клетки живут, делятся. Многие существа, в том числе и человек, потребляют растения, плоды, которые дают растения, используя эти живые клетки для собственного, так сказать, жизнедеятельности, а дети для роста. И поэтому для нас очень важно, каково состояние этих клеток, состояние растений, насколько будем здоровы мы. Потом мы знаем еще, что растения отмирают, ну, эта вся растительность попадает на землю, и эти остатки растительные утилизируются насекомыми, муравьями в частности, а остальная же часть утилизируется микробами, микроорганизмами, живыми микроорганизмами. И все это образует гумус. Гумус – основа, которая дает растениям идеально формировать корень. Гуминовые кислоты воздействуют на формирование зеленых, именно зелени, на фотосинтез и на плодообразование. То есть гумус – это основа жизни клеток растений. А, к сожалению, вот мы видим, что гумус образуется тысячелетиями. В начале века, в 910 году, гумус, как было констатировано, где-то 10% было гумуса в Украине, то сейчас где-то 3%. То есть на 300-400% произошло исчезновение гумуса. А это очень плохо. Что будет с нами, сельскохозяйственными, так сказать, как бы вас назвать, работниками, те люди, что близко к земле, что работают, любят землю, я не знаю. Но всегда хочется надеяться на лучшее. И как выходить из этой ситуации, мы снова и в этой передаче будем говорить о критических технологиях, в том числе о подкормках, и чтобы клетки наших растений и мы с вами были здоровы. Здесь интересный пример как раз критических технологий. Как бы я здесь семенную грядочку делаю себе. И смотрите, вы можете сравнить, допустим. Здесь использован первый препарат, который от жука я использовал. Это самый лучший препарат, который называется «Калипсо». Он отлично сработал, и здесь у меня нету поедок жука. Его можно применить и от тли, и от любого садового вредителя. Лучшие универсальные препараты на сегодняшний день нету. Еще что характерно, вот если не трудно, посмотрите вот на соседский участок. Эти люди работают по старой 50-летней давности технологии, и которая не меняется, и люди ничего нового, никаких критических технологий не используют. Здесь же я использовал два препарата для роста: биоглобин и азотофит. А для вредителей подкормочка – это была «Калипсо». Я очень доволен результатом. И сейчас мы пройдем учебную практику с вами и увидим, что происходит в данном случае в этом году с картофелем при условиях вот этого, я бы сказал, сухого лета. И, слава богу, не совсем жаркого, но это и очень неплохо, потому что холодные ночи будут предрекать фитофтороз. И фитофтороз начинается сначала на картошке. И мы видим сейчас, какой здесь фитофтороз уже начался. А этот фитофтороз куда пойдет? На помидоры. Все засыхает, сначала стебель, потом помидоры пропадают, клубни гниют при хранении. То есть болезнь начинается на стеблях, споры вызревают, потом листья поражаются, потом плоды поражаются у помидор или у картошки клубни. Вот так он и выглядит. Самое плохое, что когда пойдет дождь и пойдет ветер, вот эти споры со всех огородов будут лететь друг на друга и заражать. Но в данном случае, чтобы картошка не болела, я как раз советую вам обрабатывать
картофель от болезни, ледомил и захист. Но если, конечно, вот эти болячки будут распространяться на мой семенной золотой фонд, то, естественно, я применю и химию, ну, химические препараты. Вот интересно, вы же видели, что делается с картофелью, если нету гумуса. Здесь практически нету гумуса в почве, песок. Сплошная песчаная почва. Здесь у меня сорта Клеопатра, Аннушка и Ред Фэнтези. Вот уклон идет сюда, и питательные вещества смывает все туда. Ну, это поживные речевины, как говорят у нас на Украине. То есть вся живица уходит туда. А здесь земля тощая, и питательных веществ вот на этой делянке нету. Поэтому я эту половину обрабатывал стимуляторами роста Витазим и Имистим. Вот он у меня здесь в кармане заряжен. Из расчета 1 мл на сотку. И давал Витазима 20 мл на ведро. И добавлял микроэлементы флоровид. Можно добавлять и микроэлементы Миком. По флоровита я добавлял 30 мл на вот это. И вот в эту жару на песчаной бедной почве вот эта часть держится великолепно. Товарищи, как вы видите, действие регуляторов роста на бедных почвах очень-очень важно. И вы сейчас покажете, что делается, где никто ничего не опрыскивает, не дает никаких стимуляторов и, главное, хотя бы микроэлементов. Вот в данном случае флоровид, кстати, у меня работает и на цветах хорошо, и на других. Ну и от жука великолепно все-таки, поработал все-таки препарат Калипсо. Вот здесь еще раз, как и на картофеле, был применен биологический комплекс бактерий. Называется биокомплекс биоактиватор. В него входят препарат фитоцид от болезней, бациллиус субтилиус, бактерии, которые уничтожают патогенную микрофлору. Препарат азотофит, который из воздуха берет азот и передает ей листве. И сюда входит фосфор и калий, мобилизующие бактерии. То есть и на зависть, которая вплывает на выработку гормонов, и на цветение. То есть вот вам уникальный биокомплекс, который создала украинская наука. И вот второй медицинский биологический препарат для растений. Я брал чайную ложечку на 5 литров воды, вот это на 5 литров воды, вот это на 5 литров воды, и вместе все смешивал. И вот, обрабатывал и картофель, как вы видите, и кукурузу. Посмотрите вот сюда. На необработанной кукурузе вон сколько вредителей. Вот они, вредители. А на обработанной кукурузе и цвет другой, и вредителей в таком количестве нету. И там сахарная, и там сахарная. Она отстала в развитии. Жара ей даже не дала развиваться на нашей песчаной почве. Хотя кукуруза, казалось бы, культура такая. Вот вкратце такая информация по картофелю и кукурузе. Выращивание этих культур в экстремальной ситуации без гумуса на чистом, как вы видите, в песке. На участке нахожусь. Вот осматриваю картофель, которая работала наша технология. Вот мы в начале нашей программы говорили о том, что гумус в начале века, в 910-м, там, до 914-го года, наши вот земли имели где-то 10-12% гумуса. Такие богатые земли. Земли оценивались по 10-бальной шкале. Вот туда Кондратовка, здесь вот Алексеевка. Здесь одни из лучших земель района. И вообще в области не так много таких земель с такими высокими баллами. Как показывает наука, осталось 3-4% гумуса. А что было в 910 году, когда гумуса было в 3-4 раза больше? Какие были растения, какие были продукты, что кушали люди, какую живую продукцию? Не зря жили до 100 лет. Вот это все, потому что то, что мы едим, какая сила земли, такая наша сила с вами. Как вы видели у меня в Писаревке и у соседей на контрольных делянках, мы показывали критическую технологию, как варианты допосевной обработки и опрыскивания. И видели, в чем разница, какая у меня была картофель на песке и какая была у людей картофель на песке. А теперь мы попали в заповедник гумуса.
мы обрабатывали с фермером Кравченко клубни препаратами, запомните, биоглобин и препаратом азотофит. Бактерии азотные до сих пор работают. Обратите внимание, какой был старт, какая фиксация азота. Растения не жируют, растения в отличной форме. А теперь я хочу перейти на другой участок. Посмотрим, в чем разница. Ну, я просто хочу обратить ваше внимание, разница там будет. Если вот здесь мы берем землю, видите, какая, да? Ну, вы посмотрите, что там, какая земля. Вот это экологически чистое поле, полностью вообще без применения гербицидов, без ничего. Для доказательства этих слов вы видите бурьяны в рядках, полностью оно забурьянено. Здесь мы видим такой элемент технологии применения. Практически, как у меня в Писаревке, здесь идет не допосевная обработка клубней, как там, на том поле. Там клубни мы обработали и видели результат. Но на том поле не было такого феномена, который есть на этом поле. Вот здесь, когда мы окучивали картошку, то обнаружили, что земля как пух. А из-за чего произошло? Что вот эти бактерии биокомплекса азотофита вносились не на клубни, а сверху. Обратите внимание, земля простимулировалась, и земля не оглияется. Гумус здесь утворился. Здесь просто земля будет возвращаться в прошлое, будет чернозем восстанавливаться. То есть здесь мы видим уникальной научной точки зрения эффект, уход от оглиения черноземов, от умирания черноземов. И картошка растет прекрасно, и земля воскресает. Большое количество ученых работает уже столетиями над тем, чтобы создать новые сорта овощей, деревьев, растений, создать композиции новых веществ, чтобы немножечко внес и был феноменальный эффект. И мы вот видим торжество человеческого разума. Мы видим, что действительно чудеса происходят, что наука все больше и больше прекрасного разрабатывает. Не только оружие, не только там как больше денег сделать. И все-таки возвращаемся как бы на столетия, тысячелетия через вот такие вот островки технологий назад. Умейте отличать настоящее золото от подделки. Умейте отличать правильное от ненужного. То есть будьте всегда с новыми знаниями, с новыми достижениями. Ну и естественно, как всегда я говорю, это наше с вами здоровье. И поэтому будьте здоровыми, будьте технологичными, будьте умными и красивыми. До свидания.